Андромеда с балкона на модифицированный Canon 450. Так, сейчас я включу лампочку, которая когда-то была от фотолаборатории, но теперь она вот в таких безумных делах участвует. Крутит у меня это все Arduino на плате CNC. Arduino CNC, там один просто шаговый мотор, мне лень было паять что-то. Я купил такой переходник. А тут у нас спрятался шаговый моторчик сам. Конечно, хрен увидишь. На 3D-печатной пластинке с двумя, опять же, 3D-печатными шестернями. Тут у нас, опять же, 3D-печатный переходник между среднеформатным объективом Jupiter 36, ну и обычным Canon. Это все на монтировке IQ. Господи, это один или два, я всегда забываю. Навожу я, чтобы не пялиться в очень темный видоискатель. Таким же, опять же, 3D-печатным переходником между Canon EF и окуляр. То есть эта штука снимает, ставится вместо фотоаппарата, смотрится, а потом и в этом положении, когда на него сопристыкуется фотик. В принципе, с его увеличением небольшим вполне можно себе это позволить. Ах да, этот снимок у нас был сделан с экспозицией. Ой, фотик, покажи, что там мы нащелкали, где. Это у нас 25 секунд без ик-фильтра. То есть я разбирал этот фотик и вытаскивал ик-фильтр. В принципе, и он и на обычный нормально фоткает. Просто меня интересовала фотография еще и водорода. Вот так вот. Вообще, я жду, когда у нас выглядит Марс из-за деревьев. На него уже подготовлено Ньютон мидовский. Здесь фокусер тоже 3D-печатный, очень сильно укороченный, чтобы можно было вешать зеркалку. В него вставлен удлинитель, линза Барлоу на два, ну, двукратная. Веб-камера Logitech какой-то, не знаю, надо по астрофорумам шарить. Ну и это Ньютон гипербола. Диаметр 130 на 600, по-моему. Вчера я развлекался с рефрактором 90 на 900, по-моему. Ждем Марс, а пока развлекаемся вот так по дипскаям.